Я вижу четко одно. Лично премьер-министр и кабинет министров хочет только одного, чтобы все как можно больше взяли субсидий. Понимаете? И объясняю зачем. Потому что когда цену на газ повышали, с нами же не советовались, цену на газ, и это мое четкое убеждение, установили, по сути дела, с потолка, заложив туда все свои большие интересы. И теперь задача только одна. 24 миллиарда с половиной из государственного бюджета, то есть наши с вами деньги, через субсидии перекачать в Нахнефтегаз. Там их есть уже кому поделить. И вот для этого идет поток рекламы. Возьмите субсидию, оформите субсидию, что угодно. А премьер уже действительно договорился до того, что уже вне зависимости от доходов, он сказал, вот только главное возьмите субсидию. Слушайте, меня это настораживает. Нужно знать человеку, что ему нужно написать заявление о том, что ему нужна такая субсидия. И нужно заполнить декларацию. Поэтому человеку нужно собрать все справки и выходы. Это может быть за заработной плате, это может быть из банка, если у него есть депозиты, назначаются и начисляются какие-то доходы. Потом ему нужно взять остатки на счетах или ему эти благотворительные взносы делать, например, как атошникам. Более того, нужно написать еще расходы, если вы делали какие-то приобретения 50 тысяч и более, и если вот это все вы указали, если вы уже сделали такую покупку 50 и более, значит, вам не положена субсидия. Верховная Рада приняла на прошлом пленарном тижне, да, в пятницу, законопроект, который как раз касается автоматического назначения субсидий пенсионерам и инвалидам, если семья состоит у них только из пенсионеров и инвалидов, не работающих.